повезешь, толстуха. Так. Ну как ты повезешь, толстуха? Иди сюда. Кс-кс-кс-кс. Кс-кс. О, бомж. Так. Офигеть. А ты вот не толстый, Варя. У тебя сопля в носу. Ты вообще же реально толстуха. Как ты пролезла? Ой, не надо меня писить. У нас третий день здесь, последний. Сейчас скоро поедем назад домой в деревню. Решили еще погулять. Он вообще медведь какой-то. Не усыпляющий, блин, на нас. Идем, сопля. Сегодня воскресенье, но народу прям много, туристов, всякие группы. Так, нас приглашают. Ты тут живешь, да? Ты тут барин? Ну, Варь, нет, тут что-то это... Там мужик какой-то ходит. Ладно. А я думала сказать, что ты нас кошка позвала. Мы уже и так все изучили, но решили еще что-нибудь посмотреть. Тють. Ешьте, ешьте, я не могу вас отвлекать.
How it is with you? Отель. И выяснилось, что над нами тоже кто-то живет. Мы ни разу вообще не слышали никаких шумов. Я нашла наш... Да. Вот со створками. Да, я понял. Фонарик. Да. Ох, красиво. Пиздец. Сорока! Белобока. Ну и чё? Надоело. Ты кто такая? Вот только так сделай. Давай, ладно. Ну, покажем Лёше. Давай, покажи Лёше, как делать. Она не знает. Что ей надо? Нам надо бежать в отель, это если что, вход в город такой. Смотри, здесь какие-то яи. Что здесь? Это неконцентрированные. Какие-то яи, не знаю. Наверное, короче, вот. Зрители, тут тоже был такой отвесной свой мост. Мы в городе. Понятно. Зашли поесть и уже опять. Что-то они тебя любят все. Так. Ты чего, сошла с ума? Ты чего, ты плохой? О! Ты сошла с ума. Все, сейчас быстро едим. У нас час до автобуса. Чуть больше. И назад в деревню. Ну что, Барбарик? Как будто бы до нас туристы не доезжают в таком масштабе здесь. Ну и хорошо, пусть не доезжают. Все, домой. Да. Под крышу. Кушать ветер опять. Кушать замороженное ризотто. И может даже пиццу. Ой, идея. Так хочу колу. Ну ладно. Все, вот, собственно, уже и вокзал. А? Прогноз. Так, прогноз каков? Суперский прогноз. Вот буквально, вот мы прошли, все уже. Аккуратно, Варь. А что ты? Не стало лень. Не стало лень? Фу. Варя, что ты взяла с собой? Тортик? Да. Что? Медовик из Коттера. Медовик из Коттера?
Супер. Взяли билеты. Почему-то оказалось на евро, на 2 евро дороже, чем написал сайт. Вместо 6 я отдал 8. Ну ладно. Зато попросим выйти на нашей остановке. И практически до дома доедем. Классно. А теперь минутка местной музыки. Переводчик называется 4 декабря. Дома будем с тенёй. Вам понравилось? Да. Но сейчас надо домой. Я уже вся, у меня куртка вся в кошачьей тогами. Все, помаши. Что? Помаши. Фуем. Пока. Ну чё, мы в деревне. В автобусе было ужасно жарко. Еще эти серпантины, но... Чина, когда и нет. Нормально все было. Всё. Надо было оставаться в Котаре. Потому что сейчас Лёша пойдет. Что делать? У нас, блядь, нет воды нахуй. Ни в нашем этом, сука, как он называется, нагревателе, нигде. Говорю, во всем районе нет воды. Сегодня воскресенье, и она будет только завтра в 2. Это тоже, знаете, блядь, никаких гарантий. Ну и чё? Магазины не работают. Доставка воды, блядь, 9 евро. Только сама бутылка без доставки. Доставка, да? Бесплатная. Пизду. 19 до ближайшей заправки несколько километров, потому что там можно что-то купить. В итоге я списался с ребятами тут знакомыми. Они отдадут мне свои 2 полуторалитровки магазинные. Еще я набрал всяких бутылок наших походных и даже термос. И попрошу просто, чтобы они набрали воды в них нам, чтобы нам было чем помыть жопу. Ну не, мы помылись, конечно. Мне надо заново будет опять мыться, я сейчас весь взмокну. Пошел за тюрьмухой. Деревня охуенная у нас. Лучше бы реально не приезжать. Ой, блядь, как тут холодно.